Мир вам, мои дорогие браты, вашим семьям также мир. Сегодня 1 января 2022 год, и поэтому хочу всех поздравить с наступившим Новым годом. Кто-то сулит этот год плохой, тяжелый. Ну, друзья, я молился Господу, и Господь дал мне это вернейшее пророческое слово. Я говорил об этом вчера на молитвенном, и сегодня хочу повторить тем, кто его не слышал. Знаете, Господь всегда говорит, если ты будешь веровать, веровать всему, что написано в Слове Божьем, если ты будешь веровать или доверять Богу во всем, что говорит Дух Святой, Священное Писание, ты будешь видеть славу Божью. Ни трудностей, ни переживаний, ни даже те вещи, как написано, под у тебя тысячи, десятки тысяч, но тебе не приключится зло. Все в руках Господа, друзья. Поэтому это наше время. Не важно, что творится в мире, не важно, что творится в политике, а народ Божий усилится и будет действовать. Я верю, что на престоле сегодня наш Господь. Поэтому Бог нам дает время, жизнь, дыхание. Благословляю именем Господа ваши семьи, ваших жен, ваших детей, ваших внуков, правнуков. Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог видит на третье поколение. Поэтому благословение ваше да будет распространяться. Желаю вам мира, успеха. Я верю, что придет короткое время, мы встретимся, проведем мощную конференцию, подзарядимся от Духа Божьего и понесем Евангелие во все народы. Господь царствует, да будет время благословенно. Люблю вас, всегда в молитве, извините, что не всегда выхожу на связь с вами, но всегда рады видеть вас, понимать и благословлять. Слава Господу! Praise the Lord!